Это обзор прессы и Яна Романюк. Здравствуйте. Музей истории и природы Ханкайского района отмечает юбилей. Об этом пишут «Ханкайские зори». Здесь собраны разные предметы быта, начиная с древних жителей этих мест – джурджений. Современные жители района любят свой музей и несут в него всякие исторические штуки. История об этом на страницах районного издания. В несколько домов пограничного компания-поставщик отказалась подавать газ, потому что это стало опасным. Системы внутридомового и внутриквартирного газового оборудования износились. Групповые резервуары, в которые во дворах домов закачивают газ, эксплуатируются дольше, чем это разрешено. Об этом газовики написали письмо в администрацию района. Люди недовольны, газ – это дешево. Об этом пишет «Вестник приграничья». Чугуевская газета «Наше время» написала статью про местных предпринимательниц, которые не допустили проведения в поселке мошеннического кулинарного шоу. Четыре владельцы кафе даже за большие деньги отказались сдавать свои помещения в аренду этим сомнительным людям. Кулинарное шоу уже полгода колесит по Приморью. Есть жертвы – это те, кто купил за бешеные деньги кастрюли и сковородки, вместо того, чтобы сняться по телеку. Это все. Читайте